машина в 50 градусов. Вижу, Бэтр, сейчас сядем. Бэтр, бу-бу-бу. А это, подгоните сюда камеру, тут Бэтр видно. А Бэттер выбили? Нет, он катался. Или выбили, или... Вам надо подъехать и взорвать эти фонари. Вот вы возле ПТРК взорвали, нет? ПТРК взорвали? Нет. Где ПТРК сейчас взорвем? У меня РПГ тоже есть. У меня РПГ сетчего есть. Я могу подъехать, взорвать. Там прям чисто вообще. Огонь. Блядь. Слишком высоко берешь, отдать мех. М113 едет на запад. Спереди вижу, что там. 205. Что там? Джипер, это больше. Что еще раз? Хаммер, походу какой-то. Свой. И заближаюсь с М113. Попробуй. Наши все обе хаммеры свои. Че еще раз? Право. Хаммеры право. Оба свои. Право, все, право, да? Право. Да, да, да. В одном я, второй кто-то там свой должен. Да. Я звоню. Короче, слева 113 может быть. Кто вызывал? Нет метра на нас.
понимаю. 113 где-то в бочках катал. Да-да-да. Ладно, короче, поехали дальше. Нам просто... Вот это. Давай. С пулемета не выйдете ТРК, да? Вы. Окей, выехали на ТРК. Давай вместе, я тебя подержу. Слева был где-то вражеский пулемет, или вроде это. Бронетехника с пулеметом. БТР я выбил, а 113 где-то у меня здесь масса страха. Я к вам еду. Ой, по мне стреляют. Еду на бутырка. Хорошо. Да по мне попали. Сейчас пробую бить. Быстрее, он по мне стреляет. Я бегу быстро очень. БТРК не вижу. Три, между стройкой и этим. Понял, сейчас. Где-то на стройке, Александр, мне надо будет идти. А что ты там, пустыня остановился, что ли? В смысле, ты просто уйти. Скинь трупы тогда, скинь трупы. Карл жив? Попробуй заминировать только. Заминировать, у меня труба есть. Ребят, кто был на УАЗике? Я трубой сейчас стрельну. Понял, давай, сейчас я позабавлю. Ребят, на УАЗике с ДШК. Одно там, нет. А второе, два их там. Ёб твою мать, я уже трубу использую. Хорошо, с хаммера отработайте, давайте. Я попробую заминировать. Подбегаю, минирую. Подрядка у меня. Колеса, блин, снять только. Еще надо. А с М2 можешь, а? Попробуй. Сейчас хамик подгоню с М2, ну бан. Минус один таки ставится в твой настройки. Отлично. Тихо, тихо. Вот, все нормально. Кто с камуфляж бегает у кого вот РК? Не знаю, я сразу. Настройки убил парня на свой, здесь этаж. На свой шкуре я себе. Да там они сгорели уже. Нет, там не, не сгорели? Нет, там враг именно бегает. А. Паш, я на стройке, что не убей. Да я уже да уехал. Ты, ой, ты, по ты, мне СРБ готовы. А у МВ вражеская же, да? М113, да. Я ее не пробил. Паш, откуда бы ты стрелял? Я возле... Возле СРБ 18, ты не пробил. Щитового РПГ. Сырая.
Паша, откуда? Где позиция СЗО? Сейчас послушаю, не слышу. Что... Я на ЛКВ посидел, все молчат. Что мне нужно делать? Открой карту СЗО, видишь позицию? Да. Туда идти и взрывать грабы. Где теперь М113? М113 уехала на юг. Да, на юг. А пехота живая? Какая-нибудь? Или все? У меня РПГ-шка работала, значит что? РПГ я со стройки я пустил. По механику? Нет, по 113. Я только по М113 пустил. Брат, я стреляю, давай я тоже. Будто сколько меня стреляют, но я даже не помню, за кого я был. Ты кого ты? Из меня, походу, стрельнул, блядь, на втором этаже я стоял, блядь. Нет. Подожди, кто на втором этаже стрелял? Я только послушал, что я потерял стрелять, я не знаю, кто это может. Сервер, ты петух! Нет. Чё, я, у меня один сервер завис или нет? Это ты меня ранил, меня Антоша давил, пока я лечил. Да, 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 так и было. Я тебе чё, в трубу выстрелил. У меня одного сервера завис или? Можно забанить вулла за тимкилл. А что? Я и Паша еще не здесь. Ну, кончу, я к нему впаду, подбегаю, рою ему, чтобы он вышел. Ой, не вышел, как, потому что он... О, Карыч, это я тебя, кстати, убью. Подбегаю, рою ему, я у тебя лазик заберу. Говорю, Антон, помоги, подави, он говорит, да сейчас я отдышу. О, смотри, вон он сейчас хитбак заюзал, вул этот. Кто? Вул, без анаки, хитбак изанул. Вот это чит, ну-ка ему репорт надо кинуть на грязь. Да, пишите в теме. Да он кончил, он своей не различает, он просто стреляет. Помка вас убила, что ли? Меня Омка убил. А вы что, не слышали, что она по вам стреляла? Она возле бочек весь пулезет. Нет, я, короче, его разрядился с пулемета и не пробил его. Он уехал просто. Я просто по полю побежал, он меня убил. Я его не увидел. Я его просто не увидел, его упустил. Меня Рихсар по***ло ранил, я пока лечился, Антоша застрелил с пистолетика. Ну а чё ты, бля? Не кричит. Да. Вот ты, бля. Док, зачем? Как вы подкрались так уже незаметно? В смысле? Мы там, просто там, на камере кругами выглядели. Псина! Перед тем, как стрелять в УАЗик, заходи на на дружественную КВХ. Понял? Я с доком разговариваю, короче, сижу на лещу. Да мне насрать, с кем ты разговариваешь, и к тебе подхожу вплотную, на крики подхожу, ору. Да леща ему дать надо больше. Да он кончил, он и так уже бан получит. Так насрать. Кока-кока, какой я чувствую, я говорю, на всем, я ж петух, кока-кока. Так ты ж конченый, ты даже не выходишь на квеки, дружишься, нам лучше надо с догом поговорить, да? Чё Антон делает? Так с догом ещё сам это говорит. Он выбивает. Ну, ДЦПшник, чуть-чуть себя взял. Да. Мне кажется, очень скорпион, говорит, занёт, и всё. Вот он. Всё, он выбьет М113, Антоха его за... ему в голове он тоже стрелял. Ворон тут? Ворон. Похоже, что встал. Он 13 дверей. Это что? Ворон убил вообще с нами. Нормально. Есть что-то пустил? Да. Понятно. Слышал, да поздно я его услышал. Очень поздно я его услышал. Мадок, зачем ты бей? Да, по мне не стрелял. Оборона выиграла, все. Все, Паша, руби! Что такое? Азарт, я, короче, бил на тузы и думал, что это ты был. Он сейчас укроп будет взрывать эти.
Пусть взорвёт. Кончи. Кто меня убил? Я. Что? Я это что? Кал-кал. Кто там на хаммере-то катался такой интересный? Нормально, да, это я разбил. Уехал, я нормально, подъехал. Короче, плюс и минус убил противника своего.